Пенсионерка объяснила медикам, что месяц назад у нее был незащищенный контакт, и она очень беспокоится по этому поводу. К счастью, результат оказался отрицательным, рассказали агентству «Урал.ру» консультанты мобильного пункта тестирования. Между тем, специалисты не видят в решении свердловчанки ничего необычного. В том, что пожилая женщина решила пройти тест на ВИЧ, нет ничего удивительного, пояснила АИФ «Урал» пресс-секретарь Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Мария Костарева. В последнее время к нам все чаще обращаются уральцы преклонного возраста, в том числе те, кому далеко за 70. Это хорошая тенденция. Она означает, что люди даже в таком возрасте читают газеты, овладевают интернетом, смотрят новости и понимают всю остроту проблемы. Либо дети убеждают их пройти тестирование. Инфекция может таиться в организме до 10 лет и более, поэтому решение жительницы Екатеринбурга можно только приветствовать.